Здравствуйте. Весело у вас тут, прям лимузин, можно сказать. Ну, конечно, места много. Ноги есть где разложить. Можно даже улечься, поспать немного. Да. Но, наверное, это не придется. Куда едем? Едем на Покровку, Чистопрудный бульвар. Правила таковы. Так. У вас есть три жизни. Если вы три раза ошибаетесь, отвечаете неправильно, я вас высаживаю. Ну что, Аврора, поехали? Поехали. Поехали. Итак, вас ждут простые вопросы. Маугли жил согласно Конституции или согласно закону джунглей? Что роднит невидимый мужчину с поросенком? Не расстраивайтесь, у вас осталось две жизни. Какой кошмар! И я вас поздравляю, закончились простые вопросы, цена которым 100 рублей. Что увеличивают на мамопластике? Сколько дымовых труб на палубе крейсера «Аврора»? У вас горела третья жизнь. Я думаю, вы запомните это на всю жизнь.